Кроссовки из последней коллекции и классические ботинки. Среди множества пар в магазине ByStep каждый сможет выбрать себе обувь по вкусу и кошельку. Уже есть что присмотреть к осени. Ассортимент пополняют каждую неделю. В основном искусственные, но хорошего качества. 30-65 рублей. То есть все по карману. В ByStep женская обувь представлена в размерах от 36 до 41. Самая популярная модель у молодежи – массивные кроссовки. Одни из них черные с контрастной желтой подошвой. Искусственная – это замш внутри, искусственная кожаная стелька, подошва резина ТПР. Замш, он чистится щеткой специальной, носится в погоду сухую. Вообще качество хорошее, носится хорошо, мы сами покупаем. Не меньшим спросом пользуются и другие модели. Широкий ассортимент кед, мокасин, босоножек на жаркую погоду. Если хочется чего-то более классического, можно выбрать слипоны. Они подходят под любую одежду. Размеры от 36 до 41. Разных цветов с перфорацией и стразами. Не только для прекрасных дам. Выбрать обувь по душе могут и представители сильного пола. Большой размерный ряд от 40 до 50. В ByStep представлен популярный итальянский бренд Grisport. Магазин в торговом центре Альянс предлагает много детской обуви к новому учебному году в школу и садик. Кроме классических туфель, есть пары для занятий физкультуры и чешки для танцев. Детская обувь ортопедическая, с кожаными стельками и супинатором. Ходим в садик, вот, покупали чешки и спортивную обувь для физкультуры. И качество, и очень широкий ассортимент. По визуально очень красивая обувь здесь и по цене. Все подходит. В ByStep есть широкий выбор сумок. Для детей можно присмотреть рюкзак к школе. Оплата наличными или картой. В инстаграм-аккаунте магазина можно отслеживать новые поступления. Бутики расположены в торговых центрах «Стрелец» и «Спектр». Детскую обувь можно приобрести в ТЦ «Альянс». Работает интернет-магазин. Доставка по всей стране. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.